верховный тренерский штаб Джубанов Ратников, которые сделают соответствующие выводы к завтрашнему матчу с Барселоной в 19 часов. Завтра все желающие и не желающие просто обязаны прийти, приехать сюда, в Академию Черенкова. Кстати, я думаю, что будет много средств массовой информации. Завтра Академия Барселоны вызывает большущий интерес всегда. Вот подача хорошая, Юрьев 1-0, ну наконец-то, первая атака Спартака, осмысленная, задуманная и исполненная, 10-я минута второго тайма, подача с правого края, Юрьев первым касанием переигрывает вратаря, первым и единственным касанием. 1-0 впереди Спартак, Юрьев забил. Ой, хорош сейчас Иванушкин. И забрасывает мяч Бакаев. И бежит 1-1. Выходит Юрьев. Ошибся защитник. Обыгрывает вратаря. 2-0. Вот это вышел форвард. Как он напрягает сейчас оборону Бенфики. И первый раз, и второй. Александр Юрьев. Дубль. 2-0.